проведение концерта из произведений Сергея Васильевича Рахманинова. Поет лауреат международных конкурсов, лауреат первой премии международного конкурса имени Сергея Рахманинова Элона Коржей. Международных конкурсов Елена Трофименко. Мой милый друг, расстался я с тобой, душой уснув, безмолвно я грущу. Блеснет ли день за синюю горою, зайдет ли ночь с осенней луною? Я все тебя, мой милый друг, ищу. Одну тебя везде воспоминаю, одну тебя в неверном вижу сне. Задумаюсь, невольно призываю, заслушаюсь, твой голос слышен мне. Не бой, красавица, стихи Александра Сергеевича Пушкина. Thank you.
меня. Ты покорно и скромно шла за ним от венца, но лицо ты склонила, он не видел лица. Ты скрыть не умеешь, что ему ты чужда. Ты меня не забудешь никогда, никогда. Диссонанс. Стихи Якова Полонского. Господи, солнце, кто нас спас?
коллеги, исполняют лауреаты международных конкурсов Елена Шагун и Нана Агумава. Thank you.
исчезну я, а в этой комнате пустой все тоже будет. Стол, скамья, да образ древний и простой. И так же будет залетать цветная бабочка в шелку, порхать, шуршать и трепетать по голубому потолку. И так же будет небо дно смотреть в открытое окно, и море ровной синевой манить в простор пустынный свой. Вокалист. Thank you.
И вот Мейер из Дюбло, они отвечали.
Thank you.
спит. В саду еще темно, недвижим тополь матово-зеленый, и воздух льется мне в открытое окно весенним ароматом напоенный. Уж близок день, прошел короткий сон, и в доме, тишины не нарушая, неслышно выхожу из двери на балкон, и тихо светлого восхода. Слышала она, и ей невольно улыбнулась.